Друзья, сегодня небольшой обзор на ножи PFE-01 от компании Petrified Fish от окаменелых рыб. В данном случае у меня нож с рукоятью из оранжевого G10. И в этом варианте у нас на клинке K110 сталь с финишем Bead Blast. Очень интересный нож, интересная тяпочка с таким чойлом. И поэтому легко удерживается в руке, очень удобно. Для любителей тяпок самое то, что надо на самом деле. Механика у ножа просто шикарная. Очень легко открывается с таким характерным звуком. Мягким. То есть и мягкое открытие, и мягкий звук. Вот, поэтому, если есть возможность у вас подержать этот нож в руках, то обязательно это сделайте, попробуйте, пощелкайте им, пооткрывайте, позакрывайте, если вы будете в магазине. Нож также интересен тем, что у него в рукояти сделаны вот такие отверстия, где просвечивается часть лайнера, и при закрытии видна часть клинка. Это тоже очень необычно, очень хорошо смотрится, ну и плюс, соответственно, облегчение самого ножа. Клипса достаточно глубокая, то есть она большая и глубокой посадки. Жесткая, поэтому очень хорошо сидит на кармане из-за своей длины, во-первых, во-вторых, из-за жесткости, но при этом очень легко садится на карман, то есть нет никаких проблем с тем, чтобы нож посадить на карман. Ну, как вы уже поняли, это флиппер, сталь, я уже говорил, в данном случае у нас К110, К110 также в черном цвете и К110 в сером цвете, но в этих двух вариантах у нас на клиночке финиш Stonewash. Выглядят ножи вот таким образом. В черном и в сером G10 тоже очень интересные. Ну, кому цвет нравится, пожалуйста, есть вот такой цвет. Также этот нож выпускается из дамасской стали. Клиночек дамасской стали. Какая смесь стали там, я не могу сказать точно, но вид у ножа, конечно, очень интересный из-за вот этих линий структуры дамасской стали. Плюс очень хорошо сочетается с G-маскусом, то есть G10 смешанных цветов вместе с дамасской сталью. Смотрится, конечно, крайне интересно. Плюс осевой здесь затемненный, болтики черные и клипса тоже черная, то есть нож весь такой очень брутальный, очень интересно смотрится. Вот эти три варианта. G-маскус в зеленом цвете, G-маскус в бело-черном цвете, вот с такой рукояткой. И G-маскус в черно-красно-оранжевом цвете. Тоже очень интересная мешанина. Выглядит вот таким образом. Везде и там, и там, и там механика шикарная. Единственное отличие по весу, то есть нож просто в G10 у нас весит немножко поменьше, то есть там где-то порядка 2 грамм меньше. Если этот нож весит на 128 грамм, то этот где-то порядка 126 грамм, эти варианты. А так, значит, как я сказал уже, вес 126-128 грамм и длина этого ножа 186 миллиметров. Длина клинка небольшая, всего 78 миллиметров, как я и сказал уже при обзоре в оранжевом варианте. Все ножи у нас в наличии в нашем магазине, можете перейти по ссылке ниже, заказать их в интернет-магазине, либо прийти к нам в физический магазин Y-Knife. PFE-01.